Город и люди летом. В нашей программе «Летние истории снежинцев». Мотор-камера, да? Вспомнил случай, когда была когда-то такая же погода, как сегодня, может, более дождливая. Лужа на асфальте. Я иду по улице Васильева, в районе управления, там, где стоит киоск Роспечати. Иду не торопясь, где-то в своих мыслях, я уж не помню, что там, куда там, как там. И вижу, как-то бросилась в глаза такая картинка. Я стал просто наблюдать и уже свои мысли все забыл, просто наблюдал. Вот теперь попытаюсь рассказать, как это было. Идет навстречу мама, сзади дитё лет 5, может 6, девочка или мальчик, да я даже не помню, потому что одет красиво, как нынешние детишки одеваются. Но что мне бросилось в глаза? Мама шла вся в своих мыслях, это я про себя сначала начал. Там было что-то конкретно, так в небо, так не торопясь. Она идет где-то что-то. Конечно, можно фантазировать, что где она была в это время, но вот этот вот детеныш сзади привлек мое внимание вот чем. Он шел и плакал. Даже не плакал, а вот так вот. Вот может что-то не купили ему, может что-то там. Вот ну, плохое настроение у бедного мальчика или девочки. Мама, она впереди, и она вся где-то там у себя. И этот мальчик или девочка доходит до лужи. Просто вот просиял тучи, у него улыбочка, глазки, и он с удовольствием по этой луже так чмок-чмок-чмок-чмок протопал, лужа кончилась, и он опять так же. При этом мама, вот как она шла где-то там, так она и продолжала свое такое же медленное движение. Ну это было вот, ну как вот, вот как стоп-кадр или как стоп-несколько кадров, остались в памяти, врезались, и просто как-то вот погода постоянно напоминает об этом сюжете. И буквально вот недавно день города наш внучек так радостно бегал по лужам. Но, наверное, молодежь, которая стояла на уголочке около ДК ближе к универмагу, наверное, помнят, как там ходил, бегал мимо них вокруг маленький человечек и поднимал голову и пытался просто вот, какая радость, какое счастье, как это здорово. Ну там кто-то отвлекался, тоже своими взрослыми ботиночками шлепал по этой луже. Сколько-то лет назад, Пасха, у меня тогда еще была собака, мы пошли с нашего дома, из дома по улице Новой бабушке в гости к маме моей, на Чуйкова. Я, чтобы не водить собаку, ну, доберман все-таки, я предпочитал всегда в лес, у нас там близко. Вот, и мы с ним пошли в гости лесами. Вот, а я что-то как-то себя чувствовал немножко, как-то то ли простуда начиналась, то ли что-то, вот какое-то вот такое пограничное состояние. Я просто разулся и пошел пешком. И вот мы шли, это самое, значит, там за гаражами, потом в районе воинской части, и вышли на улицу Чуйкова со стороны леса. Вот такой крюк. Вот это было босиком, ну не по лужам, но по траве, где-то там камушки, где-то, помню, колючки какие-то были. Но я пришел совершенно выздоровевшим. Вот это я могу сказать. А по лужам, ну елки-палки, конечно, это было здорово. Как это было здорово. Ну, наверное, конечно, может быть, как-то иногда надо отряхнуть чего-то там отсюда и вспомнить. А, еще одна история. Так, ну тогда было в нашем 12-этажном доме лифт, когда он едет вниз, он собирает всех, кто вызвал этот лифт. Значит, время выноса мусора. Я с ведерком, дама, девушка с ковриком. Ну, явно, конечно, коврик она идет выбивать на улицу. Вот, и заходит. На пятом этаже, Валентин, наверное, помнит, может, этот момент сюжет, с какой-то коробкой из мусора. Ну, в общем-то, лифт, не сказать, что такой просторный, и получилось, что он немножко стеснил нас, вот, это самое, тех, кто в лифте. Ну, какая-то, не сказать, что такая напряженная обстановка, но все друг друга знают, один подъезд, здрасте, все рады друг другу. И как-то вот получилось у него такой хороший ход, такой оборот. Он к девушке обращается, а коврик тоже выбрасывать? Я, может быть, недословно, но мысль была такая. И она так удивлена, что как-то так молча помотала головой, что, конечно, нет. Все понимали, что, конечно, нет. Прости. Вот. Но, тем не менее, как-то вот такой момент, вот буквально пара слов, одна фраза, наверное, и какая-то разрядка, и у всех какие-то улыбки так просияли. Ну, не сказать, что такая скованная обстановка была, но тем не менее. Конечно, это здорово, наверное, вот так, когда можно разрядить эту любую обстановку, любой там момент напряженный. Но если кто-то
улыбнется, ну что ж, я буду рад. Ну, лето все-таки, однако. Вот либо расцветут скоро, дурной такой будет запах обалденный в наших аллеях. Вот однажды выкопал ветку где-то вот здесь. Вот такусенькая маленькая была. Сейчас в саду уже, ну, не такая, ну, в половинку этой высоты. Скоро расцветет. Будет тоже веселить и пчел, и нас. Да, конечно, люди, будем добрее. Ничего особенного тут в этом нет. То есть я мир-то не открою этим. Там скажу, сервантеса цитату, да, про вежливость и стоимость ее. Ничто не дается нам так дешево, и ничто не стоит так дорого, как вежливость. По-моему, недословно, но где-то вот с таким смыслом. Не берусь быть кому-то учителем. Каждый настолько сам, это настолько человек сам свой, его мир. Он может когда-то к чему-то сам придет, и это будет гораздо ему дороже и лучше, чем кто-то что-то ему будет там давить, долбить и внушать, вталкивать. Просто жалко, что это вот проходит через какие-то пеньки, шишки, и не только свои, а и чужие из-за этого при этом. Может, оно так задумано, что ли, было? Знаю.